Александр Сергеевич Пушкин занимает в сердце каждого русского человека особое место. Круглые даты со дня рождения поэта вся страна готовится заранее. В усадьбах Захарова и Вязёмы, историко-литературного музея-заповедника, праздник ждут с нетерпением. Ну и, конечно же, мы готовимся вот к юбилею Александра Сергеевича Пушкина. В 24-м году мы будем отмечать 225 лет со дня рождения великого русского поэта. Это очень для нас ответственный такой момент. Летом 2021 года президент России Владимир Путин издал указ о подготовке плана мероприятий к всероссийскому празднованию 225-летия поэта. Захарова и Вязёмы вошли в государственную программу по реставрации региональных пушкинских музеев. Мы были одним из тех музеев, которые зачинатели были этого движения. И мы написали письмо Владимиру Владимировичу, где подписались все директора пушкинских музеев, чтобы напомнить ему, что необходимо издать вот такой указ. Указ был издан, и пришло, естественно, финансирование. В рамках реализации программы недавно в Захарове провели масштабную реставрацию фасада усадебного дома, а также обновили и расширили выставочный фонд. Теперь посетители могут увидеть 12 залов, а не 10, как раньше. В этом году мы отреставрировали фасад дворца. Он был не в очень хорошем состоянии. Проводились реставрационные работы по зданию Риги. Это здание 18 века. Там на 2 года сложная довольно реставрация. А к концу 23-го года мы его отреставрируем. И там у нас будет открыта еще одна экспозиция. Изменения коснутся и старинных парков вокруг усадеб. Уже разработана проектно-сметная документация для проведения реконструкции территорий. И в скором времени там приступят к работе. Это очень сложные работы, они будут в течение 2 лет проводиться. И, конечно, наши парки, они немножечко преобразуются и будут выглядеть так, как они выглядели во времена Александра Сергеевича Пушкина. Также в 2024 году посетителей этих пушкинских мест ждет реэкспозиция дворца и всех музеев, расположенных в усадьбе Вязёмы. Ну и планируем мы провести мероприятие. Это, как всегда, в этом году будет пушкинский праздник. В 2024 году грандиозный будет, конечно, пушкинский праздник, масштабный, да. Вот, ожидаем большое количество гостей. А летом, в день рождения поэта, в усадьбах традиционно пройдет всероссийский пушкинский праздник. Для гостей уже готовят масштабную культурную программу. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».